21 августа на месте крупного ДТП понадобилась помощь спасателей. На трассе Шымкент-Алматы возле села Шубарсу там автомобиль марки «Мерседес», вылетев с трассы, пробил бетонное ограждение. Удар был настолько сильным, что бетонная опора рухнула на автомобиль. Спасатели при помощи специального оборудования пришлось разрезать металл, после чего вытащили раненого водителя. Причины аварии пока неизвестны. Полицейские ведут расследование. В Шымкенте раскрыт факт собственного похищения. В отдел полиции Каратауского района обратился местный житель с заявлением, что его сына похитили неизвестные. Житель 1970 года рождения обратился в полицию, что его сына 1993 года рождения неизвестные силы усадили в автомобиль и увезли. Сразу была сформирована группа из опытных оперативников. Выяснилось, что парня никто не похищал. Его нашли в одном из арендуемых квартир города Шымкент. Как стало известно, собственное похищение спланировал сам парень с помощью друзей. Как он объяснил сотрудникам, он не хотел отдавать долг. Сейчас полицейские завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении. Ведется расследование. Житель Тулебийского района попался с марихуаной весом в 1 килограмм. Оперативники управления по борьбе с наркобизнесом задержали его в рамках программы «Кокнар-2016». Ему вменяется статья «Незаконный сбыт наркотических веществ». Также наркотические вещества были найдены в его доме. При обыске его дома на кухне сотрудники обнаружили 2 свертка, в гостиной еще 2 пакета с зеленым веществом с характерным запахом. При проведении экспертизы выяснилось, что это марихуана весом более 1 килограмма. Сейчас ведутся досудебное расследование, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.